Хакасы – это тюркоязычный народ, проживающий на юге Сибири. Для нас самое важное – это является очаг, дом, семья, род. И еще для нас немаловажно – это музыка. Музыка является частью сакральной культуры и нематериальным богатством нашего народа. Следующая композиция – «Ахтасхылыр» – «Слова народные», музыка Евгения Улугбашева. Ай да сыгар,